В Сокольниках официально открыли ледовый сезон. После тестового режима заработал каток с искусственным покрытием. Отметить это событие пришли сотни москвичей. Открыл праздничный вечер олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Он показал гостям мастер-класс по фигурному катанию. Площадь катка составляет более 5000 квадратных метров. Он будет работать каждый день до полуночи. Так сделан лед, что он может работать при температуре плюс 12 градусов. Почему не дать нашим отдыхающим возможности кататься на коньках, когда еще все привыкли кататься на велосипедах и на роликах? Вся лужа убирается специальными машинами. Температура плиты, на которой намораживается лед, минус 4 градуса, поэтому это дает возможность держать качественный хороший лед. В эту пятницу откроется каток в парке Горького. В конце ноября ледовая площадка появится и на Красной площади. Каток на ВДНХ примет гостей в первый день зимы. Всего же в этот сезон в парках откроется 45 ледовых площадок. У нас на этом все. Оставайтесь с нами.